Здравствуйте, друзья. Не мог долго ничего писать на видео, по крайней мере. Ну, просто не было, скажем так, куражу, да и многое уже сказал. А ребята очень просили, чтобы я записал видео ко дню государственности. Я уперся, потому что я категорически не люблю, знаете, вот эти все речи, там, по случаю каких-то дат, чего-то еще. Вот не мое. Но... С другой стороны, у них тоже есть рациональное зерно, потому что мою позицию тоже хотят знать. Вы знаете, пусть это будет Соломоновым решением. Уже сегодня не день государственности. И многие могли ознакомиться с моей позицией, но сегодня я решил ее просто записать на видео. Вот просто, грубо говоря, моя позиция, мое обращение гражданам, согражданам по случаю Дня государственности Украины. Скажу сразу свои отношения, то есть год назад я был критичен по этому поводу, потому что, мягко говоря, новый праздник, да, вот, плюс он, значит, его поставили на День Крещения Руси, я понимаю, что с целью перебить политизацию этого религиозного праздника, значит, перебить, поскольку использовали в политических целях, перебить этот день в других политических целях, не знаю, правильно это было или нет, но в любом случае я вам скажу, что во время войны вот этот первый празднование, или второе, по сути, первое празднование Дня Государственности, оно стало очень символичным. Поэтому оно достойно было того, чтобы что-то по этому поводу сказать. И я рад, что уже сегодня далеко не День Государственности. Я не буду там размазываться на фоне других красивых, там, пафосных речей. Хочу просто сегодня, уже не по случаю праздника, поделиться с вами тем, что я хотел сказать по случаю этого Дня Государственности. Мне кажется, что очень символично, что этот день определен именно на день крещения Руси. Когда было принято первое глобальное религиозно-политическое, подчеркиваю, решение о том, что Украина будет значимой частью зарождающегося так называемого западного мира. Со времен Киевской Руси менялись границы нашего государства, менялись субъекты, были периоды существования разных или нескольких украинских государств, менялась география, но неизменно всегда оставалась ее государственность и собственная субъектность. Хотя очень часто нам говорили, что государственностью у нас практически не было. Неправда. Она всегда была. И это главный нарратив, который вбивают нам в голову, что якобы у нас никогда этой государственности не было. Неправда. Она была задолго до и будет долго после. Понимаете, в чем дело? Как государство, конечно, в понимании различных исторических контекстов, Украина существовала задолго до того, как Россия обрела свою собственную субъектность. И говоря сегодня об этом празднике в контексте войны, наверное, лучшим нарративом будет сказать: Украина Москву крестила, она ее и отпоет в этой войне против матери городов русских. Говоря о современном измерении этого праздника, я бы придал ему не исторический и религиозный контекст, как это уже, кстати, многие там, и политики сделали и так далее, а фокусировался на том, что Украина восстановила свою государственность в ее современных границах лишь в 91 году. Подчеркиваю, в ее современных границах, прописанных у нас в Конституции, лишь в 91 году. И сложным был и культурный, и исторический, и религиозный, и геополитический путь различных составляющих Украины в единое государство. Кто-то был частью Австро-Венгрии, кто-то был частью Российской империи, кто-то был частью Османской, кто-то вернулся домой лишь после Второй мировой войны. Мы все очень разные. Очень. Исторически мы даже иногда воевали друг с другом на сторонах разных империй. Наш путь в единую Украину был тернистым, противоречивым и кровавым. Но в 91 году мы вновь обрели Украину. Мы все вновь обрели Украину. Мы все. Такие разные, с различным историко-культурным опытом, но все украинцы. День государственности – хороший день для того, чтобы еще раз осознать, что только в единстве наша сила. Попытки разделить нас по языковому, историко-культурному, религиозному принципу неизбежно приводили к междоусобицам, дроблению, временной утрате субъектности. Я часто говорю об имперской Украине. Империя не боится быть разной, не боится поликультурности и полинациональности. Империя сильна своим разнообразием и уважением друг к другу. Она не боится иного, она впитывает иное и делает частью себя. Она не боится расширяться и не замыкается в садку Вишневом. Наоборот,
она экспансирует. Экспансирует своим гражданством, культурой, правом принадлежности к себе. Как крещение Руси стало победой цивилизации над суеверием, полиса над хутором, так и сегодня полис должен повторить подвиг равноапостольного князя и победить хутор в головах многих, кто пытается расколоть нашу страну и замкнуться в своем пещерном средневековье. Верю, что пройдя горнило испытаний, мы выйдем из него единой политической нации, преодолеем первородный грех обретения независимости в 91 году. Тогда она просто свалилась нам с неба. Простите, но что даром дается, то мало ценится. Выстраданная независимость, как осознанная необходимость, превращается в наивысшую государственную и общественную ценность и становится ДНК политической нации. Вместе победим, обретем себя и нашу страну. Здравствуйте, друзья. Не мог долго ничего писать на видео, по крайней мере. Ну, просто не было, скажем так, куражу, да и многое уже сказал. А ребята очень просили, чтобы я записал видео ко Дню государственности. Я уперся, потому что я категорически не люблю, знаете, вот эти все речи, там, по случаю каких-то дат, чего-то еще. Вот не мое. Но, с другой стороны, у них тоже есть рациональное зерно, потому что, ну, мою позицию тоже хотят знать. Вы знаете, пусть это будет Соломоновым решением. Уже сегодня не день государственности. И многие могли ознакомиться с моей позицией, но сегодня я решил ее просто записать на видео. Вот просто, грубо говоря, моя позиция, мое обращение гражданам, согражданам по случаю Дня государственности Украины. Скажу сразу свои отношения. То есть год назад я был критичен по этому поводу, потому что, ну, мягко говоря, новый праздник. Да? Вот. Плюс он... Значит, его поставили на день крещения Руси. Я понимаю, что с целью перебить политизацию этого религиозного праздника, значит, перебить, поскольку использовали в политических целях, перебить этот день в других политических целях. Не знаю, правильно это было или нет. Но в любом случае я вам скажу, что во время войны вот этот первый празднование, или второе, ну, по сути, первое празднование Дня государственности, оно стало очень символичным. Поэтому оно достойно было того, чтобы что-то по этому поводу сказать. И я рад, что уже сегодня далеко не день государственности. Я не буду там размазываться на фоне других красивых там, пафосных речей. Хочу просто сегодня, уже не по случаю праздника, поделиться с вами тем, что я хотел сказать по случаю этого Дня государственности. Мне кажется, что очень символично, что этот день определен именно на день крещения Руси. Ну, когда было принято первое глобальное религиозно-политическое, подчеркиваю, решение о том, что Украина будет значимой частью зарождающегося так называемого западного мира. Со времен Киевской Руси менялись границы нашего государства, менялись субъекты, были периоды существования разных или нескольких украинских государств, менялась география, но неизменной всегда оставалась ее государственность и собственная субъектность, хотя очень часто нам говорили, что государственностью у нас практически не было. Неправда. Она всегда была. И это главный нарратив, который вбивают нам в голову, что якобы у нас никогда этой государственности не было. Неправда. Она была задолго до и будет долго после. Понимаете, в чем дело? Как государство, ну, конечно, в понимании различных исторических контекстов, Украина существовала задолго до того, как Россия обрела свою собственную субъектность. И говоря сегодня об этом празднике в контексте войны, наверное, лучшим нарративом будет сказать: Украина Москву крестила, она ее и отпоет в этой войне против матери городов русских. Говоря о современном измерении этого праздника, я бы придал ему не исторический и религиозный контекст, как это уже, кстати, многие там, и политики сделали и так далее, а фокусировался на том, что Украина восстановила свою государственность в ее современных границах лишь в 91 году. Подчеркиваю, в ее современных границах, прописанных у нас в Конституции, лишь в 91 году. И сложным был и культурный, и исторический, и религиозный, и геополитический путь различных составляющих Украины в единое государство. Кто-то был частью Австро-Венгрии, кто-то был частью Российской империи, кто-то был частью Османской, кто-то вернулся домой лишь после Второй мировой войны. Мы все очень разные. Очень. Исторически мы даже иногда воевали друг с другом на сторонах разных империй.
Наш путь в единую Украину был тернистым, противоречивым и кровавым. Но в 91-м году мы вновь обрели Украину. Мы все вновь обрели Украину. Мы все. Такие разные, с различным историко-культурным опытом, но все украинцы. День государственности – хороший день для того, чтобы еще раз осознать, что только в единстве наша сила. Попытки разделить нас по языковому, историко-культурному, религиозному принципу неизбежно приводили к междоусобицам, дроблению, временной утрате субъектности. Я часто говорю об имперской Украине. Империя не боится быть разной, не боится поликультурности и полинациональности. Империя сильна своим разнообразием и уважением друг к другу. Она не боится иного, она впитывает иное и делает частью себя. Она не боится расширяться и не замыкается в садку вишневом. Наоборот, она экспансирует. Экспансирует своим гражданством, культурой, правом принадлежности к себе. Как крещение Руси стало победой цивилизации над суеверием, полиса над хутором, так и сегодня полис должен повторить подвиг равноапостольного князя и победить хутор в головах многих, кто пытается расколоть нашу страну и замкнуться в своем пещерном средневековье. Верю, что пройдя горнило испытаний, мы выйдем из него единой политической нации, преодолеем первородный грех обретения независимости в 91-м году. Тогда она просто свалилась нам с неба. Простите, но что даром дается, то мало ценится. Выстраданная независимость, как осознанная необходимость, превращается в наивысшую государственную и общественную ценность и становится ДНК политической нации. Вместе победим, обретем себя и нашу страну.